Здравствуйте! Пришло время русского мира. О самых интересных событиях недели расскажу вам я, Любовь Курьянова, и мои коллеги, корреспонденты программы в этом выпуске. Диалог с Пушкиным. В фонде «Русский мир» прошла встреча соотечественников из-за рубежа. Движение первых представило новый сезон медиапроекта для детей и молодежи. Индекс русского языка. Оценка положения великого и могучего в мире. А теперь подробнее об этих и других новостях. Диалог с Пушкиным. В фонде «Русский мир» прошел третий международный форум «Всероссийские и международные траектории сотрудничества в сфере популяризации русского языка, культуры и литературы за рубежом». Подробности далее. Фонд «Русский мир» встретил участников форума. Среди них деятели искусства и сферы образования, представители организаций соотечественников зарубежья. Всех их объединяет проект «Диалог с Пушкиным сквозь время и пространство», который был создан Ростовской региональной общественной организацией «Синергия талантов». Открыл мероприятие исполнительный директор фонда «Русский мир» Владимир Кочин, который отметил, что все участники образуют дружескую сеть и являются неотъемлемой частью русского мира. Ну, прежде всего, фонд «Русский мир» объединяет всех соотечественников разных стран и несет русское слово и русский язык практически на всю планету. Сейчас в нынешней ситуации в стране, да и вообще в мире, не только сегодня, всегда нужно проводить популяризацию русского языка, так как он образующий и объединяющий. И русский язык имеет определенную энергию, духовность, божественную силу, которая способна своим внутренним содержательным частью соединить сердца и души живущих на этой планете. В ходе мероприятия была проведена встреча с потомком Александра Сергеевича Пушкина в шестом поколении Еленой Сабуровой, а также с известными поэтами, художниками, певцами и композиторами. Участники события предложили несколько идей по развитию проекта «Диалог с Пушкиным». Например, проведение эко-акций «Фамильный кедр» в каждой стране, написание нового гимна проекта со строками от участников, а также создание нейросети Пушкина, которая сможет думать и писать, подражая великому автору. Через Пушкина мы можем показать русский дух, русскую душу. Ну, Пушкин — это основоположник, наверное, современного русского языка, и в неком смысле, я бы даже сказал, чародей русского языка. И как не через Пушкина передать вот эту связь? В сегодняшней ситуации, при том, что творится в мире, конечно, вообще это очень важно, объединить людей через русский язык, через творчество. Все причастные к этому проекту отмечают, что каждый, кто стал частью диалога с Пушкиным, ответственен за сохранение русского слова и всего русского мира в целом. Альбика Ильясова, Равид Гор, специально для телеканала «Русский мир». Российское молодежное движение «Первых» анонсировало второй этап проекта «Медиапритяжение». Подробности проведения творческого состязания на пресс-завтраке узнала наша съемочная группа. 1 августа состоится запуск нового сезона всероссийского проекта движения «Первых» «Медиапритяжение», который станет важным этапом формирования навыков в медиасфере. Ребята смогут не только выиграть в конкурсе технику для создания контента, но и пройти стажировку на телевидении и радиостанциях, в киностудиях, продюсерских центрах и в других крупных медиакомпаниях. Участниками смогут стать школьники от 8 лет, студенты колледжей, первокурсники вузов, а также медиапедагоги. Как мне кажется, подобные мероприятия крайне важны для детей и молодежи, потому что это открывает дополнительные возможности. В частности, в нашей номинации это реальная возможность у каждого ребенка с любого который живет в любом городе или небольшом населенном пункте нашей страны, сделать реальный шаг в кино, побывать на съемочной площадке, пообщаться с людьми, которые сегодня уже снимают фильмы для детей и молодежи. Второй этап проекта «Медиапритяжение» будет состоять из 45 специальных номинаций, подготовленных партнерами. Среди них телерадиокомпания «Русский мир», социальная сеть ВКонтакте, «Газпром Медиа Холдинг», «Российское общество знания» и многие другие компании, имеющие непосредственное отношение к медиасреде. Среди номинаций представлены ораторское мастерство, журналистика, дизайн, блогинг, кино и другие творческие сферы. По итогам проекта участники должны создать свой медиапродукт по одному из направлений. Продюсерская компания «Медиамания» подготовила специальную номинацию, где дети будут создавать от идеи до полного пилота игровое телешоу. То есть полностью создавать сюжет игры, разрабатывать систему судейства, подбирать ведущего или ведущих.
есть кастинг проводить. Медиапритяжение – это уникальная возможность продемонстрировать творческие способности. Данный проект поможет каждому обрести новые взгляды, развить профессиональные навыки среди детей и подростков, сформировать чистую информационную среду и создать медиасообщество, готовое к обмену опытом в рамках многочисленных проектов. Анастасия Голдабина, Татьяна Орлова, Равид Гор. Специально для телеканала «Русский мир». Какое место русский язык занимает сегодня в мире? Насколько он популярен и устойчив в СМИ, интернете и других сферах? Расскажут создатели индекса положения русского языка в мире. На протяжении 3 лет сотрудники Центра языковой политики и международного образования Института Пушкина занимаются глобальным изучением русского языка и его положения в мире. Исследование состоит из 2 частей – индекса глобальной конкурентоспособности русского языка и индекса устойчивости русского языка в странах постсоветского пространства. В 2020 году в Институте Пушкина был создан Центр языковой политики и международного образования, и я стала его руководителем. Центр языковой политики должен был работать, и поэтому как-то сама собой родилась вот эта идея сделать индекс положения русского языка в мире. Здесь задача многоцелевая, можно так сказать. Во-первых, это интересно всем русистам мира, это интересно преподавателям русского языка как иностранного, но не только. Конечно, индекс востребован государственными служащими, теми, кто осуществляет государственную языковую политику. В первой части исследования авторы индекса определили место русского языка среди мировых языков. Выводы делали по 6 параметрам. По количеству говорящих на языке у России 9-е место. На нем говорят 255 миллионов человек. В топ-3 по этому параметру вошли английский, китайский и хинди. По количеству международных организаций, в которых язык является официальным или рабочим, у русского языка 4-е место, по количеству СМИ – на 6-м, а вот по числу сайтов «Великий и могучий» уверенно держит 2-е место. Индекс глобальной конкуренции русского языка составил 2,86, это 5-е место. На первых строчках – английский, испанский, китайский и французский языки. Каждый следующий выпуск, по сути, представляет собой также и научный эксперимент. То есть это не что-то статическое, оно постоянно меняется, расширяется. И вот в техническом плане, в частности, вот последний выпуск индекса уникален тем, что здесь мы решились на инновацию, мы решили применить достижения науки современной, в частности, использовали искусственный интеллект, GPT-чат, для того, чтобы посмотреть, насколько он может быть полезен вот в таких вот исследованиях глобальных. То есть мы давали ему таблицу данных и просили его написать такой отчет, аналитический отчет. Индекс русского языка был представлен в рамках Костомаровского форума. На экспертной сессии создатели рассказали о подробностях разработки уникального проекта. Ключевой целью работы стала оценка положения русского языка в мире и выявление факторов, которые смогут повлиять на его дальнейшее развитие и популяризацию среди других языков. Сейчас важно сохранять русский язык и делать все, чтобы распространить его среди различных сфер деятельности и укрепить его позиции на мировом уровне. Дороги Победы. Накануне в музее Есенина прошла экскурсия для детей из Брянска в рамках образовательного проекта, направленного на изучение литературных и культурных мест страны. Подробнее узнаем из репортажа моей коллеги Татьяны Орловой. В музее Есенина в рамках проекта «Дороги Победы» прошла экскурсия для школьников, прибывших в столицу из Брянска. Ребятам была представлена обширная литературно-мемориальная экспозиция. Школьники узнали о московском периоде жизни и творчестве Сергея Есенина, увидели подлинные вещи поэта, рукописи, книги, раритетные документы, фотографии, а также услышали стихотворение в исполнении самого автора. Мне очень нравится произведение Есенина, особенно мне нравится его первое опубликованное стихотворение «Белая береза» и «С добрым утром» стихотворение, я их всех знаю наизусть. В ходе экскурсии ребята немного прогулялись по есенинской Москве и узнали об архитектуре начала 20 века. В завершении знакомства с литературным миром поэта участников экскурсии поприветствовал директор музея Олег Робинов. Он отметил важность проекта «Дороги Победы», поблагодарил ребят за экскурсию и вручил памятные подарки, которые будут напоминать им о месте, где жил и творил великий поэт. Мы сейчас можем прикоснуться
к тем событиям, к той истории, к тому образу России, может быть, немного измененному, немного образу даже старой Москвы, который немного утрачен. Вот мы даже с вами находимся, да, в таком маленьком кусочке старой Москвы вокруг высотных зданий, в центре высотных зданий. И вот как раз к этой истории можно, нужен обязательно проводник. И Сергей Александрович как раз вот может для детей, для молодых ребят стать этим ориентиром, этим проводником вот в тот мир, той как раз ниточкой, которая свяжет современную Россию и Россию, и лишний раз продемонстрирует ту неделимость истории, которую очень важно чувствовать, особенно подрастающему поколению, да и всем нам. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим материалам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу novosti.rm@yandex.ru. Всего доброго и до свидания.